Три человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в Париже. ЧП произошло в 10-м округе французской столицы, недалеко от центра курдской общины. По словам очевидцев, напавший стрелял вслепую. Всего было произведено 7 или 8 выстрелов. Устроивший пальбу уже задержан. Открыто расследование по трем статьям, связанным с массовым убийством. Отреагировал на случившееся президент Макрон. Он поручил министру внутренних дел прервать командировку и прибыть на место ЧП. Антитеррористическая прокуратура проверяет версию о теракте. Сообщается, что 69-летний стрелок ранее привлекался к ответственности за нападение на лагерь мигрантов. Сейчас он находится в госпитале с ранением. Его состояние не вызывает опасений.